Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Банишерс на канале. Продолжаем играть. Так, только проснулся, блин. Кофеек, все дела, электроночка с собой. О, тебе хорошо, что ты ролик новый посмотришь, а мне хорошо, что я поиграю и тоже кайфую. Так, поехали. Продолжаем, не затягиваем долго. А, по-моему, мы остановились на доп. Задании. Поговорить. Так, поговорить с искателем. Опять сек. Сейчас пойдем. С искательницей там, со всеми, короче. Давай карту глянем. Так, давай глянем карту. Значит, мы здесь. Айти нам. А где наша задача? Блин, капец, как далеко нам идти. Но до Нью-Идена нам идти еще дальше, собственно. Поэтому мы сейчас вот сюда переместимся. Пойдем на костер. И погнали. Ну, блин, других задач не дают, поэтому... Так, 700 нам осталось дойти, да? Что-то мы тут тогда не взяли в прошлый раз. Ладно. Мушкет заряжен. Мушкет наша, все. Вон там мы стенку разбили, я помню. Ну, не мог я не взять руду. Тут ресурсы резаются, короче, снова. Я не знаю, может рано идем. Блин, ну просто посмотри, у нас вот здесь в районе, да, много что не открыто. Здесь у нас не открыто. Ну, хотя, тут-то и пройти, наверное, нельзя будет. Ну, вот здесь есть дорожки. Но тут вот сюда мы максимум придем. Ну, есть где походить. Я почему-то думал, что нам... А, ну вот, да. Вот у нас еще туман не открыт. Здесь очень много. Так, антея появилась. Появилась, наверное, неспроста. Странное место для фортов. Твердая земля, заболоченные подходы. Как при Бенкоберде. 1314 год. Вы победили в сражении, но кто победил в войне? Не знаю. Она еще не окончена. Ну, мы уже, по-моему, сбились с пути. Потому что у нас увеличивается расстояние, но нам как бы то ни было, надо все равно еще и карту открывать. Вспышка, играй за антенну, нажми, чтобы использовать вспышку в бою. Это я знаю. Do your new thing now.
Ой. Подожди, не, блин, не то. В голову тебе, собака. И тебе тоже. Так, а тут опять получается, что мы идем туда, как бы, куда надо. А тут призрачные. А почему не попадает? А, я туда не могу перейти. Да ладно, даже так. Могу вот здесь перейти. Ну что, давай сохранимся, посмотрим, насколько тут у нас серьезный бой будет. Здесь уйма теней. Заставь их появиться, подобрав подходящие слова силы. Так, а что нам надо? Нам надо призыв. Предстань в своем истинном обличии. Watch out. Spectre possession. Слушай, ну они, блин, сильные. Да, блядь, какого? Ну так нечестно зажимать, типа, в текстурах. Как ты так, а? Да не может так быть такого! Сучка попал. Блин, третьих, понимаешь? Thank you.
Этот вообще вселенный. Хорошо. А как ты, блядь, так отходишь? Так, осталось двое. Да ёпта... Да блин, как так-то, ну... Блин, ну слушай, сложно. Сложно, их много. Их много. Они тут что-то все вселяются, переселяются, хрен поймешь. И маленькая это самая арена. И эта собака вселилась, успела, прикинь, очень быстро вселяется. Подальше надо отойти. Но она прям вообще не забирает с них. Побегаем, побегаем, а что нам остается?
Блин, сори. И тут видишь, хотя бы одного бы завалить. Блин, они сшибают так еще тоже нормально. Блин, да не успеваю. А, надо справляться. В смысле, в одиночку? Короче, этот отходит просто. Ой, все, он не отпрыгивает, понимаешь? Он застревает, и все, и хана. Блин, они зажмут, и все. Я ничего не могу сделать. Да сними ты с него эту, блядь. Он взял его в этот, блин. Я не могу понять, а как их так столько много здесь получается? Я одного загрохал. И появился еще один. Не понимаю я, как это работает. Блин, девчонка это тоже что-то. Да е же нажал, но... Уходи! Твою мать! Прикинь, там у них осталось там на писечке.
сука, это в него вообще не попадешь. Зато в того попадешь. Вообще как-то прям... И он опять, смотри, там в кого-то вселился. Он так и будет, блядь, вселяться, что ли? Сколько их здесь будет? Ну что это за нечестный бой такой, скажем? Watch out. Spectre position. Так можно так вечно вселяться? Причем уже и скелета хрен убьешь. Ну, я имею в виду обычного вот этого духа. Сейчас вы пиздюлей получите. Сука. Никто тут больше ни в кого не вселяется. Но это бесполезно, по-моему, по нему стрелять. В него просто не попадаешь. Ну-ка, пойдем-ка сюда, в текстурку. Да, по-моему, это бесполезно. По вот этому можно стрелять. Да, блин, ты только не мажь! Ну что, все? Один остался, собака. А ты-то не такой подвижный. А, чувачок? Сейчас я тебя вот так вот и расстреляю.
Watch out. Spectre possession. Короче, это нечестно уже, все. Их сильно тут до хера. Где это? Да ну на. Бутылок нету, да, больше? Бутылок больше нету. Не, все, короче. Ну просто я-то думал, что те одни, они не одни, понимаешь? Есть бутылка, что ли, одна? А нет, все, я... Нахрен, нахрен. Нечестно. Тут надо уровень выше 100%. Потому что первых гасишь, и у тебя уже ничего не остается. Ну, то есть, от слова, блин, совсем. Настоя всего 4. Значит, ты не любишь ворон, крылатые падальщики. Где они, там отчаяние. Здесь что-то есть. Вот, посмотри, где. Ай, как вы мне надоели. Вот, короче, мы потом туда придем, конечно же. У нас нет ключей. Она еще что-то видела. А, ну здесь этот, понятно. Короче, ну, так сказать, будем называть это какой-то разлом или что это, что-то типа того. Мы его потом закроем. Сейчас пока что мы сильно слабенькие и не в состоянии это сделать. К сожалению. Так. Давай карту смотреть. Все-таки пойдем мы тогда туда, куда нам по идее нужно. Так, у нас тут... Да, гнездо. Так. Блин, нам так далеко еще идти, но мы вот здесь. Наверное, на дорогу надо вернуть. Блин, ну на дорогу здесь тоже хрен его знает. Ну пошли на дорогу, ладно.
Да, я понимаю, что ты это чувствуешь, и тебе это не нравится. Ну, блин, извини, друг, но потом. Ну, да, это там. Он отсюда, что ли, так сильно чувствует, или что? Я здесь не пройду, да? Только вон там, наверное, я смогу пройти. Он хочет по мне стрельнуть. Мертвые встревожены и разгневаны. Что-то им мешает. Я, блин, согласен с тобой. Они прям очень сильно встревожены и разгневаны. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Тут потрудилась ведьма. Может быть, искусительница? Ни в чем нельзя быть уверенным. Будь настороже. Ведьма, твою мать! Здравствуйте, мэм. Я не против ведьм. Я с добрыми намерениями. Ну да, она тут что-то не так. Вуал, здесь тонкая. Много мертвых. Блин, сейчас опять куда-нибудь забреду. Вот это моя привычка, знаешь, идти по одному заданию. А по итогу... О, блин, ну что-нибудь увидеть. Ну там же интересно, надо туда сходить. Чувствую что-то призрачное рядом. Я пока не чувствую. Проклятый туман, ни черта не вижу. Старый болотный лагерь обнаружен. Ну тут смотри, какая-то бойня вон была. Тут вон пушки, вся вот эта ерунда. Ты можешь выбить эти ворота? Боюсь, ничего не выйдет. Тогда поищем другой путь. Да, путь другой, наверное, нам придется искать. Ну вот только... Ну ладно. Но это мы вернемся, погоди. А вот эти что, нельзя выбить, что ли? Болотная руда для чего-то была нужна. Именно прям нужна была болотная. Так, я еще не здесь. Здесь все я смотрел. Не-не-не-не-не, стой назад. Мы не выходим, братан. Ты че, мы только пришли. Можешь отдохнуть здесь, если хочешь. Так, ну мы что, нашли?
Что-то нашли, да? Костерчик нашли, ладно. Это тоже полезно. Блин, потратили время, конечно, мы на первую, блин, битву, так называемую. Знал бы я, блин, что... Возможно, эту дверь можно открыть с другой стороны. Ну, это возможно, я думаю. Но только нужно ли нам это? Так, погоди, здесь закрыто. Здесь закрыто. Может обойти запертую дверь? Так, блин, может и обойти. Знать бы как. Пуститься могу. Нужно ли? Опять же, да? Где-то что-то повернули. Больше использовать нельзя. Так. Что нам это дало? Мы открыли мост. Прячься, говорит. Не-не-не, подожди. Блять, ты серьезно что ли? Ну ты что как лошок-то? Пиздец! Я, блять. Нажимаю выпить бутылку, и в этот момент меня стреляют. Да ладно, их-то я замочу. Там просто этот хер с пушкой. А в этого ты не попадешь. Как он так от пули уворачивается? This isn't over yet. Блин, этого я не успел. Где еще один? Впереди, говорит, неприятности.
Да тут везде где-то неприятности. Кто с кем? А как к девчонке попасть? Вон оттуда можно спуститься. Алло, ведьмочка, мать твою, ты чем тут занимаешься? Hey, Banisher. Изгнатель, сюда. Изгнательница, которая умерла ради своего ученика. Ученица ведьмы? Здравствуйте, Антея. Разве вы не удивлены, что я здесь? Вы рановато, но нет. Не удивлена. Простите. Когда я вернулась, Сиридиан сказала мне, что наш бедняжка-изгнатель обзаведется призраком. Изгнатель и призрак. Забавно, да? Сиридиан знала о призраке Антеи? Ну, разумеется. А он не шибко умен, да? Если она знала, что Антея здесь, то почему не сказала вам сказать об этом мне? И скромный. Так или иначе, Сиридиан скрыла это от нас обоих не без причины. Лучше довериться ей. Ваше горе было и есть неотвратимо. Смерть — это часть жизни. Вы знаете об этом лучше других. Полагаю, она не хотела разбивать вам сердце снова. Вы помогли ему. Спасибо. Я хорошая ученица. Делаю, что говорят. Что это за существо, с которым вы сражались? Существо? А, вы про него? Да он чертово наказание, вот он кто. Вы тяжело ранены. Я не в первый раз имею дело со стариком мшелой башкой. Пару минут отдыха, и я буду в порядке. Кажется, вам нужно передохнуть. Мы можем вам чем-нибудь помочь? Думала, вы никогда не спросите. Несколько моих духогонов погасли. Именно так Оу Сол смог выйти за кайму. За кайму? За кайму. Барьер между миром живых и мертвых. Вуаль между воплощенным и незримым. Как вам будет угодно, изгнательница? Отдыхайте, набирайте сил. Скажите, как нам подчинить духогоны? Заклинание в силе, их осталось только зажечь. Будьте осторожны, старик мшая башка где-то рядом. Я пока посижу. Удачи. Развлекайтесь. Блин, походу мы рановато. Да, пришли. Даже нам об этом ведьма говорит. Ну, и что будем делать? Блин, надо зажигать. Вот один я вижу, но... Как бы нам тут не наваляли. Как нам попасть туда? Он же вот там наверху стоит. А кто где? Этот труп собирается выстрелить.
А, да, даже, блин, короче, я не знаю, надо идти обратно куда-то в деревню, нам тут делать нехрен совершенно, нас тут как собак просто уничтожают. А мы в него не можем стрелять? Не, ну блин, ну... Ты беги, а. Нет, не-не-не, это вообще не то. Короче, мы 11 уровня, эти придурки тоже 11, но мы вообще нифига с ними не можем сделать. Надо сюда по прокачанию идти. Карта, где тут у нас перемещение-то? Получается, что сюда вообще нехрен идти. А в Нью-Дели тем более. Там у нас мы с ведьмой должны будем бороться. Поэтому нам, наверное, нужно все-таки вернуться куда-то сюда, может, с кем-то поговорить. Я не знаю, блин. Так, где тут у нас убежище? Это там. Да ёб твою мать. Мы ж вон там как-то оббегали, да? Нам вон туда нужно. Мы к тебе спустились. А, вот здесь. Ну ты ведьма даешь, конечно, блин.
Где костер? Так, вот отсюда мы заходили. Куда мы шли? Помнишь злую волю, которую я недавно почувствовал? Здесь тоже заклинание. Мы, короче, не можем это пока делать. Я и говорю, видишь, рано пришли. Мы тут нифига не можем. Подожди, ну а как мы наверх-то, блин, пробирались? Что-то я вообще уже запутался здесь. Это мы выйдем, блин, совсем обратно. Отсюда мы сюда заходили. Здесь что-то есть? Да, здесь что-то есть. Вот здесь, короче, мы не прошли. Мы прошли вон там. В итоге вот здесь опустили. Иди в жопу. Это она не собьет. А вот туда надо. Эту она тоже не собьет. Блин, я все тут пооткрывал, теперь я не знаю, куда идти. Охеренно. Или тут теперь закрыто все? Пойдем-ка это оттуда зайдем, да и все. Так, нам надо как-то наверх, да, вот здесь наверх. Вон там как раз таки костер. То есть получается, а я с другой стороны здесь никак и не подойду, да? А здесь у нас все закрыто. Ну да, ну ладно, не важно. Так, мы можем улучшить предметы. Опа, ружье. Ружье надо улучшать. Что нам даст это улучшение? Гнев, живучесть. Так, ружье мы улучшаем. Смотри, нам бы лен еще бы где-нибудь бы взять. И мы бы еще бы улучшили бы ружье. Это тоже мы улучшаем. Меди нету. Рутовик нету. Больше пока что ничего улучшить нам нельзя. Ладно, и давай быстрое перемещение. Я честно тебе скажу, я хрен его знаю, куда нам, блин, перемещаться, потому что... В
Вроде бы и здесь места какие-то не открытые есть, но тут квестов никаких нету. Но здесь, мне кажется, будет полегче. Придется, наверное, нам гулять где-то тут. Смотри, сюда мы не ходили. Но у нас нет этой манифестации, этой. Чтобы... Ну, ты понял, да? Это под землей тут. Давай попробуем в лагерь. Может, мы в лагере кого отыщем, с кем поговорить. Нам можно как-то это задание снять и не отслеживать его. Или отслеживать, например, вот это. Блин, вот здесь дорога куда-то идет. Смотри. Короче, надо что-то открывать, я так думаю. Тут, по-моему, уже с кем-либо разговаривать бесполезно. Ну-ка, где сестренки у нас тут? Добрый день, Сквайр Перрис. Спасибо, сэр. Ну ничего, доброго в нем нет. А ну-ка, у тебя лен есть? Хочу взглянуть на ваши товары. Наверняка вы найдете то, что вам нужно. Блин, у тебя только кожа. Ну и нафиг ты мне нужен с твоей кожей. Иди отсюда. Доброго вам дня. Ага, спасибо. Сестренки никуда не свалили здесь? Или уже свалили куда-то? Почему-то здесь закрыто, видишь? Этой нету. Сестры. Короче, нехрен нам тут делать. Туда, где мы не были. Добрый день. И вам доброго дня, мисс Хейк. Ну, нет. Здесь уже. Я так понимаю, все. Блин, в Нью-Иден слишком далеко. А у меня... Я в Нью-Иден, и у меня же есть этот. Ну там же домик у меня был. Ну на хрена, да, лысого, а не домика тебе. Я думал переместиться. Нифига. Ну этот хрен тоже не будет, но я только что с ним разговаривал.
Ну не знаю, если здесь реально задача херануть через всю карту, допустим, я там не беру там, да, там какой-то доп задание. Можно его не отслеживать как-то? Здесь я должен 100% ей помогать, иначе ничего не выйдет. Написано: мужайтесь, лагерь близко, на северо-западе, мы будем ждать вас там, Кейтен. Ну это мы уже понятно, что мы это все читали. Так, свалить отсюда. Это да, сожженный дневник. Нам нужно теперь в то место, где мы не были. Это место не то, нам обратно. Опять, ну это же мосты. Так если это река, я здесь не, блядь, не пройду. Как вот сюда попадать, интересно, мне тоже очень. Ну какая-то дичь, честно слово. Зачем надо было делать все так запутанно? Пойдем обратно. Блин, опять же мы идем обратно, я даже не знаю. Нужно ли нам это? Найдем ли мы там что-то там дополнительное или нет? Я могу как-то точку на карте поставить, блин. Я вообще непонятно, где ощутился. Вот, вот серьезно, вот как я здесь вот как-то так прошел. Я думал, я сюда выйду. Журнал Николаса Дулана. Я Николас Дулан, растерянный. Мне не нравится это чувство. Толстокожая должна быть здесь, но ее нет. Возможно, мы сбились с пути, очутились на дьявольской тропе в темные недра за границей.
изведанной местности, но я так не думаю. Чутье подсказывает мне, что мы близко к месту встречи, очень близко. Но волки еще ближе, и мне нужен отдых. Я не знаю, читал ли я его, не читал его, может, блин, постоянно будет читать. Каждый раз ты будешь тут проходить и будешь его читать. Но это мы пришли на место гибели этих вот группы, блин. И как раз... Мы же здесь с этим бились. Ну, не совсем здесь, но это когда мы преследовали этого зверя. Короче, все нахрен непонятно. Это сундук, о котором мы узнали, но я решил сюда не ходить тогда, который на берегу, помнишь? Ну, конечно, блин, а кто бы сомневался? Ты просто так, что ли, сюда зайдешь? Вот было бы неплохо, если бы, блин, она бы подсвечивала бы еще. Вот сейчас вот как мне сюда заходить? Он же не прыгнет сюда. А, я понял. Да, блядь, выпей я... Ой, сука ты, а. Thank you.
че, опыта мне дали 17 очков. Охеренно, блин. Ведьмин камень, призрачная пыль. Ну, как бы ни о чем абсолютно. Так, результаты взвешиваний на неделе. До 15 октября 88 года. Богатая галитиновая руда, богатый церусит. Короче, тут они тут что-то взвешены. Это, блин, лагерь бандитов. Все, конечно, очень здорово. Но как-то мы начинаем немного проигрывать. Я правильно иду, блин? Я хочу сюда, вот в пещеру. Нет, я неправильно. Ну да, здесь мы быть не могли, потому что мы не могли разрушать стены. Так, а здесь мы были, да? Видимо, да. Да, здесь мы можем перепрыгнуть, но нам этого не надо. Туда не пойдем. Так, пока не понимаю, зачем мне эта телега здесь. Можем наверх. Так, стрелять мы никуда здесь не можем. Так, ресурса нужного нету, да? Стрелять мы никуда не можем. Куда дойдет телега? Лего может дойти до сюда, я понял зачем. Пошли. Смотри, тут висит кукла. А что за необычная деревянная фигурка, найденная возле проклятого сундука в мрачной роще. Я таких фигурок уже понаходил, хрен знает сколько. Thank you.
Блин, короче, серия такая получилась, ну как бы ни о чем, потому что мы по сути-то ни хрена здесь не выполнили, мы здесь только умираем. И умираем. Еще одна фигурка, да? Да. Нахрен они нам нужны, не понимаю. Ай, кожа, кожа. Тут тебе уже на 4 кожаных плаща, блин, хватит, елки-палки. Просто прошли тупо пещеру, да? Я хрен его знает, что здесь сделать. Где мой костер? Блин, мы можем как-нибудь к искательнице пройти, допустим. Отдыхай. Чтобы не биться там с этими. Быстро. Там на самом деле не так сложно биться, блин, вот здесь, но... Чуть-чуть бы уровень повыше на один хотя бы, блин. Но мы таким макаром его хрен поднимем. А если мне, допустим, валить сразу к искательнице... Как вот здесь идти, я хрен его знаю. Давай, может, ну давай попробуем, я не знаю. Хотя по-хорошему мы идем, да, и по пути встречаем ведьму, блин, которой нужна помощь. По идее, мы должны же ей помочь. Где-то дверь была, которая закрыта. Ну ладно. Thank you.
Блин, у нас до искательницы-то тут не так далеко. Просто, блин, понимаешь, мне не то, что даже биться с ними сложно. Можно с ними биться. Но тут тебя шотают. Но это как бы говорит о том, что ты, блин, пришел сюда рано. Я, конечно, могу на нее забить и пойти дальше. We should light the spirit chasers. Нужно зажечь, зажечь. А что будет, если этого не сделать? Тени будет чертова гора. Видишь, не можем мы, блин. Уйти тогда, получается, отсюда. Раз, два, три, четыре, пять. Их тут шесть. Почему? Она мне говорит зажечь три. Давай попробуем где-нибудь, может, в другом месте зажечь. Может, там не такие сильные противники будут? Хотя я не уверен в этом. Я просто даже пока не... Я не могу даже понять. Вот кто где? Он меня замедляет, что ли? Блять, сука. Не, в него мне точно не надо. Так, одну зажгли, да, получается, или как? Ну, блин, ладно. Первый, но... Первый, он не засчитался как первый нам. У нас стоит ноль. Нам надо все шесть зажечь, получается. Чеметь. Если мы так с каждым будем биться, то давай сохраняться тогда. Где он? I feel something close. Рядом что-то есть. Я не вижу еще одну. Может, даже если вижу, как туда попасть. Так, вот это оно. Вот вроде бы она, да?
Нет, подожди, это та, которую мы зажгли. А какого хера ты тогда нам опять горишь? Мы не зажгли. Угу. Блин, ему не нравятся и правда эти штуки. Ключ от сундука с добычей калибри. Нахер мне, блин, ваша добыча. Где-то же вон там еще что-то есть. Наверное, вот от этого сундука. Ну-ка. Блин, иди в жопу, дядя. Отправленное письмо 6 апреля 36. Уже несколько дней форт дает отпор нападающим. Последнюю неделю атаки на границе были быстрыми и жестокими. Дикари убили много отважных солдат, но нас не сломить. Коренные жители этих земель отважны и решительны. Как солдат я восхищаюсь ими. Жаль, они не понимают, что мы прибыли сюда, чтобы спасти их души. Уверен, когда мы одолеем их, они станут образцовыми христианами. Лазутчики сообщают, что индейцы готовят масштабное нападение. Мне нужны подкрепления, и я рассчитываю на участие всех колоний. Так, ключ от сундука, добыча. Белая ворона, подробности, третий уровень. А ну-ка давай смотреть, что нам даст белая ворона. А, увеличивает получаемые очки духа на 20, но ред наносит на 20% меньше урона в ближнем бою. Нафиг оно мне надо? Так, блин, духогоны, блин. Да это что за ворона, интересно. Вот я помню, в такую God of War была. Не работает. Так, есть тут какой-нибудь духогон? Отхожу назад. 14 метров до него, 15. I'll drink
Блин, ну вот этот зажечь проще. Горящий дух огонь отгоняет этих духов. Правильно? Да, все верно. Остался еще один. Ну, блин, вот этот вообще быстро справились. Так, а здесь... плющ силен, очень силен. Я, получается, не смогу, да, ничего сделать. Ну ладно, мы пока не можем. Ну-ка, стой, по карте она отметится, это место. Да, мы где-то вот здесь. А пофиг, ладно. Блин, слазит. Я думал, там можно что-то взять. Ладно, хер с ним. Блин, у нас еще вот здесь выход есть. Записка в крови. Мои товарищи лежат рядом, мертвы. Тишина и холод обволакивают меня. Я смотрю на воду и думаю о доме. Когда-то мы были славными бойцами. Теперь корм для стервятников. Зря мы пришли в этот проклятый форт. Я понял. Так, здесь есть где-то этот духогон. Мне бы не хотелось прям в таких условиях начать воевать. А, он стрелять здесь даже не может. Так, тогда мы пойдем обратно. Здесь мы не будем зажигать, потому что мы просто даже не сможем ничего сделать. Так, у нас где-то вот тут вот он есть. 24 метра там до него. Как бы нам туда пройти? Так, шерсть, а нам не шерсть была нужна, нам нужно было что-то другое. Лен, нам нужен был лен. Да-да-да, мы это уже поняли, мы следующие. Мне бы только бы найти бы... Где он там? Его что прожечь? Этот мы зажгли. Вот у нас где-то вот здесь должен быть. Блин, как здесь все перелазь нахрен. Вот здесь есть, нет. Здесь его нету. Блин, ну туда мы не можем идти в туман. Где-то здесь нужно искать. Еще один. Так, два зажгли, получается. Ага, это не работает.
Блин, их еще это, понимаешь? Их плохо видно. Они там маленькие такие. Блин, заткнись. Вон там, по-моему, какой-то есть. Че, я там тоже его зажег? Блин, тут сильно запутанная локация, я тебе так скажу. Я что-то хожу, брожу, блин, духогонов нету. Вот здесь какой-то есть 15 метров, но опять же, может, я его уже зажег? Конечно, я его уже зажег, да? Это который вот тут. Нет, это не... Блин, вон. Это другой, наверное. Так, вот духогон же есть еще один. Это же он? Этого должно хватить. Вот так. Ведьминство это легко. Уверена, твоя подруга ведьма с тобой согласится. Думаю, я просто ей скажу, что мы все сделали. Позаса ужалила его тень в задницу и так разозлила. Проигранное сражение. Предательство. Трусливые соратники. Кто знает. Искательница исчезла. Она часто так делает. Да вон же она. Где, блин, она? Это. Я что думаю? Смотри, ну, блин, серия такая сумбурная. Получилось. Но по времени, блин, 1:40. Мы на этом месте остановимся. Здесь закончим. Я думаю, что следующую серию начнем, и она уже такая будет, может быть, более-менее складная. Ну, как-то видишь, не очень получалось. Вот, запутался немного. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.